Рыбоц. Удар. 1-0. Великолепный удар Мацея Рыбуца. На 14-й минуте выводит грозненский Терек вперед в матче с Амкаром. В самом начале мы говорили о том, что когда соперник так плотно и умело обороняется, нужно использовать стандартные положения. Первый штрафной опасным не получился, а здесь Мацея Рыбоц пробил и на силу, и на точность. И мы видели, что Селихов даже несколько растерян после этого удара. Еще раз, очень хорошо видно контакт, это чистейшее нарушение правил, никаких вопросов к судье. Дернулся влево от себя сначала голкипер Амкара Александр Селихов, а мяч полетел в тот угол, за который он, собственно, и отвечал, потому что противоположный угол был закрыт стенкой. Видимо, Селихов предполагал, что будет перекидывать стенку Мацея Рыбус. А тот пробил просто сильно. Притирку со штангой. И вот это вот лишнее движение, этот преждевременный шаг Александра Селихова лишил его шансов спасти свою команду. 8-й мяч Мацея Рыбуса в чемпионате. И 6-й.